местах пели хором немножко. Хотите с нами тоже попеть? Да. В общем, слух не обязательно, голос тоже не обязательно, но главное, главное участие, конечно, интерактивность. Значит, сейчас будет такая песня. Я очень люблю тему, ну, кто знаком с моим творчеством немножко, очень люблю тему таких девичьих бедствий. Значит, связаны они там вот обычно с бедствиями девушек средних лет, ну вот обязательно с высшим образованием, чаще всего с гуманитарным, вот такие вот тонкие натуры, вот невротичные, значит, умные девушки. И вот про одну такую я вам сейчас пою, ее зовут Света. Значит, там есть такой припев. Он без слов вообще. Хей! Тут самое главное хей сказать и ту-ду-ту. И все. Сейчас попробуем. Если я убежу слова, ну я их убежу. Ты повышите. Уже ничего не имеет значения, значит. Сейчас выберем пока. Чтобы вы запомнили припев, я с него начну. Печальная Света поела омлет. Есенин у Светы любимый поэт. В углу холодильник большой тарахтит. Печальная Света с балкона глядит, как золото летней веселой реки. Девчонки бросают с моста дневники. Они обожают свою красоту. Красиво девчонки стоят на мосту. Печально от этого дня. У Светы тупые друзья и родня. В углу собачонка тупая ворчит. И Света девчонкам печально кричит: идите, девчонки, читать и писать. От глупых девчонок планету спасать. Не надо, девчонки, стоять на мосту. Не надо, девчонки, глядеть в пустоту. Ветер в ушах у девчонок поет, девчонкам, конечно, плевать на нее. И Света срывает с веревок белье, и жалко вообще-то немножко ее. До старости самой конца самого девчонки не станут читать ничего. Они обожают свою красоту. Красиво девчонки стоят на мачту. Печальная Света поела паштет. Некрасов у Светы любимый поэт. Паштету немножко поела багет. Жуковский у Светы любимый поэт. Потом потихоньку поела харчо. Рождественский тоже, конечно, ничего. Печально покушала кашки простой. Любимый писатель, конечно, Толстой. Печально покушала весь холодец. Муслим Магомаев, любимый певец. Потом были водка, коньяк и когор. Любимый философ, Сюрен, Кьеркегор. Потом подремала и выпила квас. Кинг Кримсон, любимая группа у нас. Потом закричала девчонкам опять: не надо, девчонки, вот так вот стоять. Та-та-та-да-да-да. Та-да-та-та-да-да-да.
этот молодец.